Всем добра и счастья, дорогие друзья, меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент Ван, а это God of War на ПК. Мы начинаем с паузы. Почему? Все, кто смотрел предыдущую серию, знают, почему мы начинаем с паузы. Потому что мы играем на хардкоре, на максимальном уровне сложности, бог войны. И у нас тут, получается, был один замес, который мы смогли вывести спустя попыток 10. И после него почему-то вдруг начинается сразу следующий замес, который мы уже не вывезли, потому что устали. В общем, перед тем, как начнем, хочу озвучить для некоторых людей, кто тоже столкнулся с этой проблемой. Я разобрался в управлении. Во-первых, я сбросил все к стоку. Вот. И, короче, мне написали в комментариях, потом я еще находил в интернете информацию, что некоторые элементы управления отображаются вот такими вот Z. И это непонятно, какая клавиша. Все это решается очень легко. Просто переводишь на раскладку английскую, и у тебя все символы становятся правильными. По идее, было все управление такое же, как у нас и было, кроме фиксации. То есть фиксация была у нас на V, по-моему, а теперь она на колесико. Вот единственное, надо будет переучиться. Все, с этим как бы все. Что ж, поехали. Давайте взбодримся, сразу начнем с драки, так сказать. И покажем этим драуграм, кто где. Кто-то ломает стену! Ах ты, сучка. Ай-яй-яй, блядь. Да я вижу, пацан. Да хорош, что ли? Ладно. Это была разминочка. Давай сейчас. Я только единственное не понял, как добивать, когда вручную делаешь тему всю эту. Блять, нихуя себе тази. Да я знаю, пацан. Так ты готов или не готов? Блять, а вот так вот в тайминге нельзя делать, ублюдки. Охуеть. Я уклоняюсь от одного, а там второй уже, короче, мне под жопу подсовывает, блять, бутылку, сука.
Слышите, блядь, я не хочу на вас тратить серию, ублюдки! Блять, они плотные, пиздец. Смотри, наверху. Может, на кулаках попробовать? Ну, что-то мне кажется, на кулаках вот против вот этих толстых вообще не катит. Кто-то ломает стену. Ага, на колесико добивать, я понял. Фиксация и добитие это... Давайте хоть одного ёбнем-то, блядь, пацан! Бля, как быстро спадает у них шкала вот эта вот добивочная, ебать. Бля, вот это было жестко. Блять, они еще апгрейдятся постоянно, но это меня бесит прям. Да хорош! Беги за ними. Я стараюсь. Ой, а че не блокирую? Я забыл, что у меня блок есть. Ёб твою мать. Ага, вспомнил. Вспомнил и сдох. Так, ладно, короче, нужно брать одну цель. Смотри, по-хорошему ее надо фиксировать. Сюда. И вместе с Атреем по одному добивать. Потому что по-другому здесь не выиграть. На такой сложности не работает ничего другое. Улетел. Справа тоже они. Место. Да, блядь, зажали. Ну чё, блюд, я вас размотаю нахуй, блядь. Я вас выучу наизусть, вы ничего мне не сделаете. Тихо, тихо. Ты живой?
Сука, все-таки достал меня. Все-таки достал. Блять, нужно инстинктивно как-то пользоваться этими навыками, блять. Пиздец. Неудачный тайминг, пиздец. Блять. Я не знаю, что лучше, блоки или уклонение. Ребят, ну что лучше? Я не знаю просто. Наверху! Кто-то ломает стену! Кто-то ломает стену! Бля, ну пиздец, шкалу нельзя заполнить вообще. Ёб твою мать. Как не хватает ульты, пиздец, 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 ульту, ульту, дайте ульту. Да пиздец! Захотел захиляться, все, проебал тайминг. Блять, ну как ты, сука, это делаешь? Как эта ублюдочная тварь, сука, делает такие пиздец тайминги? Это невозможно. Кто-то ломает стену. Невозможно. Готовы!
Иди сюда, сучка. Бля, сильные атаки нельзя делать вообще. Ебать, всего 17 минут! Всего 17 минут каких-то, ребята. И мы прошли бой. Ебой! А? Вот так вот их. Ублюдочных мразей этих драугров. Смотри, там наверху проход. Да, блять, подожди ты смотреть. Я еще поверить не могу, что я в реальности нахожусь. Вон там. Смотри, проход. Рубль на серебро. Так, ладно. Короче, в комментариях мне советовали не пропускать вообще ничего. Потому что все очень, очень нужно. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Еще один мини-босс. Не, я не пойду в пизду. Пацан, мы уходим. Пошли домой. Я не хочу туда идти. Ну, нахуй. Опять новый враг. И опять его нужно заучивать. Так, сейчас спрыгнуть нельзя. Нельзя. Походу, здесь больше ничего нету, ребят. Бля, а что там? Воин погибший или что? Не вижу я больше ничего, ребят. Ладно, пойдемте. Нечего нам тут бояться. Мы уже пуганые. Мы уже тролля убили, волков убили, драугров убили. Что это? Не долетает. Мы пойдем на это жуткое пение. Здорово. Ебать.
Так, у нее дальняя атака есть. Как? С топором не угонишься! Ебать, она меня вынесла! Ебать, а я бы знал. Ну их нахуй. Мы пойдем на этот. Так, тут получается все собрано, да? Интересно, они божили или нет? Сука, ее же еще и не видно. А как? Бля, ну быстрый пиздец. Отец, отец, отец. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Блять. Это была настоящая вельва. Никогда не думал, что увижу. Лучше бы я не видел дальше. Вот мразь. Что-то врагов много. Когда будет передышка? Можно? Можно передышку. Так, короче, тут сундучки какие-то. А как мне вниз спуститься? Вниз я бы спустился. А как? Изына. Либо дальше по пути. Так, подожди-ка. Во-первых, тут ведерочко вот висит. Угу. Во-вторых, вот тут какой-то проход есть. Угу. Прыгать, да?
Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Так, это какие-то бассейны, купели. Ёб твою мать. Почему здесь фиолетовый? А, нихуя, красная не блокируется. Угу. Красный не блокируется, окей. Мы начинаем, кстати, с полным ХП с контрольной точки, если чё. Так вот, как сюда спускаться. Место! Уже можно идти. Бля, у него два удара. Два удара полная ХП сносит. Пиздец. У-ху. Похоже, здесь чисто на уклонение их надо работать. Блять, ну это вообще невозможно. Как я должен уклоняться от красной атаки в таком замкнутом пространстве? Это невозможно. Блять, это невозможно, я тебе серьезно говорю. Блять, ну фиолетовых врагов у меня еще ни разу не было. Так, ладно, давай. Вот как сюда спускаться. Потыкаем его топором сначала. Да, все проще оказывается. О, у меня теперь ярость зато есть. Это хорошо. Мерзость. Смотри, блядь, не упади, дурачок. Так, ведро получается уже собрано, да? Стой! Они могут они передвигаться стаями? Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Подумалось. Ха! Ебать, а то, что мы сейчас всю серию, вот,
просто ебашились с этой толпой, тебя типа не смутило, да? Какой же странный чел. Так, еще один сундук. Что это там наверху? То, что здесь вот? А? Для меня? Да. Мягкая свартальфхеймская сталь. Опа. Ты кто? Нет, не живой. Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Иди за мной. Я тебе все покажу. Вниз упал? Серьезно? Че, мне вниз спускаться опять? А сохранение, я так понял, работает, типа, оно просто сохраняет на контрольной точке. Рублей на серебро. А вообще, какие здесь цены? Я что-то собираю по 300-400 монет. У меня уже, в принципе, нормально там накопилось. А еще торговать, покупать нигде ничего не могу. О, еще ведерко. Блять, а как я их так с первого раза не замечаю? Че за прикол? Нужно, короче, типа это. Постоянно Ctrl нажимать и смотреть. Да, хорош. Так. Тут вроде все. Так, что, парень, 32 минуты? Там какой-то пиздатый сундук. Но по-любому кто-то охраняет. Зуб даю. Бля, фиолетовый. Берегись, отец! Берегись! Блядь, нихуя они столько врагов дают. Ебать, залетный удар. Ух, ёпта. Сложненько. Так, чё, ведро что забрал? Блять, а кнопку подпал. Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Так, это мы не будем трогать, потому что это для ярости. Блять, нахуй я прожал. Запечатанный сундук.
А где еще? Бля, чуть не вижу. Там вот птичка. О! Лоза Одина. 127 опыта, это очень много, кстати, за такую птичку, поэтому мы не пропускаем. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Нормально, блядь. То есть он защищать свою жизнь не может? Где еще на руна-то, блядь? Руня, ты где? Ну смотри, одна была здесь. Логично, что вот в этом куске где-то должна быть руна. То есть вот прямо и справа. То есть где-то вот в этой области. Может, там две цепи? Блядь, умник. А, вот она, сучка. Годится. Серебро всего лишь. А нет. Яблоко и дун. Легендарный предмет. Вы нашли 2 из 3 яблок и дун, необходимых для увеличения максимального здоровья. Вот это уже неплохо. Так, ну что, попробуем под яростью разгасить этих чувачков. Блин, я этого не вижу. Давай их сюда заведем. Пускай сюда идут. Сюда иди. Иначе я тебя закликаю, ты даже не напрягайся. Гениально! Ладно, хилки пока не берем. Блять, а что такое F? Сын? Слушаюсь. Этот язык я уже видел.
Найден новый слиток. Слиток. Свиток, блядь, слиток. Блин, хилок столько в кувшинах валяется, я в шоке. Давайте легенду посмотрим. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Больше, чем миф. Найденное святилище 2 из 11. Так, а можно сделать сохранить, да? Окейшки. Огромная хилка. Еще немножко серебра. Выше не поднимается. Так, ну все, как бы на этом надо заканчивать, я думаю. А может, что нам остается? Вроде драк больше нету. Мы все как бы зачистили по красоте. Вот звук. Странный звук. Конечно, доносится откуда-то с другого места. Фиг его знает. Так, вторая цепь, говоришь, да? Ну, давайте мостик тоже опустим. Готово. Перед дракой все равно должно быть КТ. 100%. Ой! Место! Так, ну это что-то изи. Бля, у меня уже не очень хорошо. А у меня тут камушек запасной есть. Так. А они что, ждут меня?
Да, блядь, да хорош! Да это пиздец, это все нахуй. Не, это на следующей серии оставляем. Так, посмотрим, где КТ. Наверное, будет опускание моста. А, нет, прямо перед дракой, да? Остальное у нас здесь все четко. Да, все четко. Все ли... А, здесь еще одно же место есть, получается. А как мне туда попасть? Надо не забыть, что здесь есть еще лазеечка. Ладно, ребята, давайте на этом заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте данный ролик лайком и канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.